Енотим или там Енотайм, Енотокафе. Работают по предварительной записи. Но я, как представитель народа наглого, ворвался туда без предварительных записей и насладился по полной. Антиспрей? Антисептик. Антисептик. Да. Ну, лишний не будет. Угу. Потирайте. Пойти, присесть пока. Буквально минутки 2-3, у гостей время закончится. И я вас позову. Хорошо. Так, все ноты там, да? Да. Угу. Подождем. Уже смотрит на меня, изучает. Назвали котом, оскорбили до глубины души. Кот — это нерациональное существо, которое не умеет вот так вот выплакать. Да. Первые минуты, да? Да. Да? Ну. Всё. Это пошло, да. Надо уборку навести, наверное, просто. Я даже не знаю, что ей больше нравится. То, что она пьет, или то, что мокренькое что-то можно сделать. Они полускуны, им нравится контакт с водой активный. Может, холодно им снизу? Ну-ка, Никита, держи. Может, мы пойдем вниз? Ты не хочешь? Ты не хочешь? Я знаю, что я хочу. Имена у них имена есть? Лиза. Две девочки, один мальчик. Лиза. Девочка. Ты понюхаешь? Что все? Без вреда. Так, подождите, я посмотрю. Угу.
Лиза, Лиза, Лиза. Лиза. Так, я думаю, наверное, надо с чем-то что-то угостить, чтобы поняли мирный настрой. Что я пришел с миром. Держите. Так. Давайте я вас до конца познакомлю. Ага. Лиза, девочка. Ева, девочка. Ева. И Бойко, мальчик. Сразу с угощения начну. Да. Попробуйте сразу угостить. Я не знаю, они до этого кушали будут сейчас или нет. Если нет, то мы... Лиза, Лиза. Лиза, 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 Лиза. Пожалуйста. Не хочет. Попробуйте в кулачок жать. Им нравится сам процесс выколупывания, доставания. То есть, чтобы они думали, что они добывают. О, и как будто вы не даете, а вот я так сделать. Лиза. Ага. Можете поближе подойти. Так, они сейчас начинают активничать потихоньку. Я думаю, что они скоро должны выйти уже. Держите чашку. Держите себе и не давайте из нее подавайте еду. Угу. Смотрите, животные очень тактильные, очень любопытные. Угу. Они, если вот как бы ближе подойдете, Ева, например, сейчас угу. на вашем уровне, может вас щупать, трогать, убирать маску, трогать за карманчики, это все они любят, то есть не пугайтесь, они как обезьянки. Ага. Насколько это возможно, так, потому что я буду как бы клинить. Отобрать, отобрать надо. О, какие еноты. Ух, отобрать, отобрать. Отобрал. Гопники в мире животных. Лиза, Лиза, смотри, что тут. Лиза. Давай, давай, давай. Постарайся, родей ты, постарайся. Постарайся. Ай, коготи, когти-то какие мощные. Эть. Вкусняшку. Отбирай, отбирай. Если бы они еще вышли, то может быть еще так. Чешем, чешем, чешем. Давай, чесать, чесать. Где она? Где она? Где она? Где она? Давай, постарайся, поработай. Поработай, чтобы получить банан. Давай, работай, работай. 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 Ай! Енотик. Нету, нету, ничего нету. Эй, эй. Тоже хочешь?
Работай, работай. Давай. Ай-ай-ай, царапун. Ай, работать, работай, работай. Ай. Молодец. А чесалки у них нет никакой? Они, мы их не вычесываем, они сами вычесывают. Пытались, когда была линька, они покупают, понятно? Это ему вроде нравится. Не знаю, чем заняться. Главное, не выходит. Обычно они, в первую очередь, Ева, потом Лиза, выходят утром, так уже время там. Лиза! 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 Насытились, наверное, уже. Носите. Что это у нас тут? Вкусный бананчик, ать. Работать, работать, работать. Спускаться не хочешь. Они же полоскуны, они любят контакт с водой. Но не ленится спуститься вон туда в емкость. А может холодно им? Все-таки теплолюбивые животные. Ну, в принципе, тут температура такая. Они зимой, в принципе, всегда любят себя на подоконнике зависать. Там прям прохладненько. Игрушки какие-то покидать. Хорошенькие. Ты забыла, как подняться нужно? Ты по мне хочешь залезть? Отъела брюшко. Что это? Что это? Запах учуяла. Вроде пытался предложить, не хочет. Ну, не хочет, ну. Мечется, мечется. Да что такое? Ать. Лиза, Лиза. Что это? Кулачок жать, чтобы голову оставалось. Понять не может, что в маске человек, ну, наверное, в диковинку для них. Ну, к нам иногда в масках приходят, но дело в том, что они их отбирают. У вас еще не отобрали.
Хорошие ноты. Ну, зверьки, конечно, классные. Это по всем свойствам они, я читал, почти как медведи, только вот видите, что размер. То есть микромедведи такие. Такие же сильные, выносливые. Если да, про это говорить, то ну да. Вот так у них интеллект приходит на 4-летний ребенка. Сообразительные, хитрые. Сейчас здесь вот будет. Ты забыла забираться наверх, мадам. Не пойму тебя. Ну, там у нее пух такой, да? Большой. Или это они вес уже в валере набирают? Про мех имеете? Да. То есть он такой большой, такой пышный. Ну, у них богатый мех. Одна из причин, почему в свое время начали енотов разводить, и эти еноти фермы стали появляться, это из-за меха. И потом уже стали как бы их домашние для себя. Работать. 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 Ай, в глаз прыснул. Малыш. Шуба мощная вообще. Что это? Камень. Вкусный камень. Что это такое? Вкусный камушек. Только не на меня его не скинь. Шерсть такая мощная. На руки их брать нельзя, да? Во-первых, нельзя, во-вторых, я не пойду. Тогда не будем. Когти мощные. Что это? Вкусный банан. Давай, работать. Я вижу, у вас здесь есть карманы. Тут эти, наверное, за сетку цепляться будет. Наверное, давайте, наверное, лучше с руки тогда. Либо с руки, либо попробуйте немножко что-нибудь положить себе в карман, так спиной повернуться, они будут так тянуться к вам в карманчик. Я там просто орешки еще немножко положила. Орешки у них как лакомство, они их очень любят, но в ограниченном количестве они. Так. Положите, как-то надо как-то им поставить. Если хотите, я могу со стороны поснимать. А, можно? Так.
Так, держите тогда эту орешку поломать, угу. Нужно мелкие части. Угу. Вот это тоже? Лиза, запах учуяла. Да. С ума уже сходит. Вы можете присесть, например, по карман угу. штанов положить. Ну, она уже лапу намочила, потом еще раз попробует. Уже просят, да. Так, ну-ка, на плечо вот положу. Ну-ка, увидят, нет. Не видит он. Да, чтобы закрытое место было. Тем попрошайки. Именно с кулака надо. Так. А, он сейчас спустится тогда сюда. Так, держите. С кулака тогда. Ох, когти-то какие мощные, хитрить, колотить. Так, ну просто давать-то не стоит, наверное, пускай поработают немного. Я буквально тут крошки были. Так, давайте. Опа. Сюда. Ой. Работать. Ну-ка, работать. Видите, я увидела вас. Ага, привыкли уже. Тогда надо вот этот, наверное, который без сеточки. Давайте сюда чуть-чуть насыпем. Угу. Валишка. Хорошенькие такие. Это не любит, когда трогает, а этому нравится. Вот у нас чешет. Не поверит, он тактильность. Угу. Ну-ка, работать. Молодец. Так, а третья? За уши. Обиделась. Работать. Работать. Сюда. Давай. Молодец. Хорошенькие зверьки. Так, что там уже 20 минут. Сейчас еще немного и пойду уже. Вы можете положить себе в карман штаны, угу. Дойти вот здесь сейчас к лизе, встать ножками прямо на куфель полностью во весь рост. И как оно там потянется, снова будет доставать. Так, у меня там платки, сейчас вытащу. Ты сама сюда залезла? Ну да, нет, они все делают. А сразу к руке тянется. Нет. Ай. Не увернуться никак. Когти мощные. Не, ну никак у кошки. Не пронзает. Работать. Вот так вот. Не все же им воровать. Пускай работают. Работать. В принципе, вы правильно так рассуждаете. Они интеллектуальные животные, для них чем процесс увлекательнее, сложнее, тем интереснее. Работать. Лиза, работать. А им китикет не нравится этот. Роялка собачьего. Угу. Вот. Почему не нравится это? Потому что не, попробовала и выплюнула. У вас потому что ассорти с орешками. Угу. Она хочет орешки, вы даете ей корм, конечно. Да, вот именно за орешками побежала. Работать.
А так звуки и ноты какие издают обычно? Они издают до 50 звуков разных. В нашем случае резон трюкает, но ты слышишь, как трюкает. Только в основном молчит, где вы можете иногда получать. Получание такое звонкое. Вот там где же как-то. Ух, тяжелые. А? Не дается. На руки. Так. Еще орешки. О, есть. Орешки, орешки. Давай работать. Работать. Устала. Орешек, орешек, давай, 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 работать. Ай! Ну хитрые какие. Конечно. На, Лиза, Лиза. Забавные существа. Лиза, иди сюда. Ай! О, ничего себе, куда залез? Ай, царапанул по голове. Что там нету ничего там? Достал вкусняшки, дай отберу, дай отберу, отберу. Дай отберу, 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 отберу. Атакует с двух мест, с двух сторон сразу. Лапку, лапку покажи. Ой.
Ай! Ай, ай, ай! Не кусайся, не кусайся. Меня еще радует, что царапают, кусают, но следов как от кошки не остается. Вкусы у них контролируемые, да. То есть то, что они немножко покусывают, это как... Ну, знают меру. Да. Не, они без боли делают. Я удивился, что ни следов, ни шрамов. Травки, опять же, ну, видимо, вам либо повезло, либо они возможны.